Всем привет, дамы и господа, подписчики моего канала. Вы на канале Отличник Лайф. Не забывайте вводить мой промокод Леонтий. Он даст вам на 5 уровне 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы купить неплохую квартиру и машину и начать свое выживание на проекте Amazing Online. И в сегодняшнем видеоролике я хотел бы доставить те моменты нарезки, которые были со вчерашнего дня, а именно продажа дома, вступление в байкерский клуб плюс обзор байкерского клуба. Ну и, возможно, в следующей серии мы уже перейдем к основной сути, так сказать, этого трехдневного видеомарафона. Мы купим какой-либо дом на те 4,5 миллиона, которые у меня сейчас есть на кармане. Возможно, также подкопится с промокодов что-то, но мы сегодня поиграем в кайф. Я в целом покажу обустройство байкер-клуба, покажу вам жизнь на сервере, на проекте. Ну и, соответственно, желаю вам всем приятного просмотра. Дешевле 5 лямов, говорят, не отдавать его. Да, я был прав, что дешевле 5 лямов. Семь лямов, короче, отдаем дом. Ну, плюс-минус. Плюс-минус так имею желание, да? Похудим еще объявами. Сейчас еще, походу, намечается мое вступление в байкеры. Это же организация, которую недавно добавляли. Я на ней не делал обзор. Ну, сейчас посмотрим, что там вообще обстоит, как дела у них. Офис, не офис, я просто этой темы не знаю, не видел. Сейчас узнаем, более-менее разберемся, что к чему вообще. Вот он, да? Двухколесный конь. Алишер, я норм взял? Передал форму человеку напротив. Взял форму у человека напротив и надел ее. Балдёж! Передал перстень человека напротив. Взял перстень у человека напротив, после чего натянул на средний палец правой руки. Балдёж! Кого? Склад, пошли покажу где. Давай. Алишер, я норм взял. Алишер. Алишер, ты кто вообще? Это лидер? Реально лидер. Шаришь за копты вообще? Чё? За копты шаришь? Нет. Понял. Ну типа обычные копты я знаю. Угу. А у байкеров типа... Это война за территорию, короче. Ну это я шарю. Вот склад, если хочешь, что-то бери. Ну, в теории 9 лямов я бы забрал. Если можно. Это только лидер забирает. А кто лидер? Мой кент. Я на замке. А-а-а. Блять, горло болит. Вчера на концерте Макана был, блять. О-о-о. Пацаны мечтают раскидать долги и улететь закат на новой Панамере. Да-да-да. Вчера, ебать, орал на... заметно, блин. А чё, ты ёшку продал, кстати? Нет. Понял. Чё, мне продавать, она у меня есть, есть, пофиг. Ну, да вот именно, просто говорили, чё ты ёшку продавал, по-моему. Ну? Ну? Где-то за сотку можешь её продать. Я сейчас хату хочу продать, и надо дом поменять. Ну, хочешь коттедж? Не, просто домик в другом месте. Ну, пока еще не придумал где-нибудь в Арзамасе, может. А это как его? А промик вообще сколько тебе приносит? Ну, у меня 1600 использований. Хуя, да? Я каждый раз захожу, у меня там плюс 500, тысяч плюс 800 стабильно. А чё, у вас капты с плюс С проходят? Со скинхедами. Смотри, расписание каптов понедельник, среда, пятница, воскресенье. С 4 до 10. Вообще скинхед, блядь. Я? Да. Ну да, ещё нож на ноге.
О, ебать. Пойдет? Вообще заебись. Ха-ха, я тоже так думаю. Слушайте, ну прикольная арга. Я так посмотрел. А чё, какие тачки мне можно брать? Да любые, вообще какие хочешь тут. Можешь на мотике там по Хасане, по фану. На Рапторе, ебану. Слушайте, ну так-то прикольная история. Я вот давно не играл, и сейчас до разнообразия зашел. И меня уже приняли в байкер. Как вам такая история? Мне кажется, это неплохо выглядит, да? На мотоцикле, на Харли Дэвидсоне, какой-то дед с ножом на ноге, с шапкой под пивасника. Погнали, что за ешка, наверное? Она у нас там же находится, на Анашане. Съездим вообще, посмотрим, что да как. Окей, давай, кто быстрее. Раз, два, три. У тебя просто, у меня балласт сзади. Прыгай, какашка. .142 у него максималка. Я твой фанат. И не забывайте регистрироваться по моему промокоду Левонти на проекте Amazing RP, Amazing Online, Азу. Всем пока-пока.